И знаете, что кажется? Кто-то отсюда выбежал и побежал туда к палаткам. И как раз там на кого-то наткнулся этот чел. Бля, потерял. Где он там ходил? Ага, вижу. Минус. Сука, ёбнули нашего! Ой-ой-ой, калаш! Херовая отдача у него. Восьмерка рисует. Видели, как вот так вот опять изрисовался его, типа... Он давно уже должен был умирать. Если бы он не был глупеньким, я бы сам уже помер давно. Валите! О! Там еще М-ка. Что ты там тусуешься, чел? Ну идем. Страшно. Боишься, когда страшно? Понял, он наверх забежал, что ли? Что резко пропал звук у него? А, нет, все еще там сидит. Давайте введем его в замешательство. Он прям вот тут сидит. Хм, блядь. Кто-то его стреляет. Что? Кокер, здорово. Там на холме, мне интересно, сдох или нет челик. Трупа там нету, значит он выдержал БПху в лоб. Нормально. Салют. Здорово. Ранил.
Господи, чел. Лежит оно, блядь. Тут даже бот уже прибежал сюда, блин, посмотреть, что тут происходит. Так. Так, так, так. Блин, я эти не сменил, вот доки. Теперь придется пыхтеть, блин. Блин, по-моему, у них был чел с большой сумкой, с лодкой. Или мне показалось вначале. Пам-пам-пам. Ну, только вот того возле дерева можно проверить. Вдруг ему реально залетела плюшка. Вряд ли, конечно. Где-то вот тут у дерева. А, не, залетела. Залетела, ты сотри. Ну, значит, фу. Пати из 5 человек было здесь. Нормально. Поехали, чат. Такой вот рейд. Со 104-м калашом. Отвратительный калаш. Ну, как бы... Вроде получилось что-то. 5 человек. Угу. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.